из шахты. Привет! Есть кто-нибудь? Я, Донни. Я чиню трубу. Еще один поворот, и все будет готово, Джет. Говорил же, что все будет готово. Помощь нужна? Нет, спасибо, все чудесно. Джет, в диспетчерскую, у нас посылка. Ну, не скучай, Донни. Куда я лечу сегодня, Джимбо? В Боливию. Посылку заказал мальчик по имени Анджело. А это где? Боливия – это маленькая страна в Южной Америке. Часть страны находится очень высоко в горах под названием Анды. А другая часть очень низко, прямо под землей. Например, в шахтах, где люди добывают золото и драгоценные камни. А еще там есть место под названием Саланчак-Уюни. Это озеро покрыто солью, и после дождя оно становится похожим на зеркало. Ого! Скорее бы мне это увидеть! Я полетел, Джимбо! Погоди минутку, Джет! В Боливии говорят на испанском языке. Ола! Значит, привет! Ола! Привет! И до встречи! О, да! Все системы включены, включены, включены и включены! Джет? Джет, приготовься к взлету! Пора лететь! Ну, Анджело, готов идти искать нашего щенка? Я знаю, как ты волнуешься. Волнуюсь. Но мы не можем уйти, пока не привезли посылку. Я заказал то, что поможет с поисками. Хорошо, хорошо. И не переживай, мы скоро ее найдем. Это горы Анды. Джимбо был прав. Они очень высокие. А вот и дом Анджело. Джет, трансформируйся! Вам посылка. Привезли! Я Джет. Вовремя, как всегда. Вот твоя посылка, Анджело. Ола! Спасибо, Джет. Шахтерская каска с фонариком. Мы с моим дедушкой собираемся идти в шахту. Там очень темно, так что фонарик нам пригодится. А зачем вам спускаться под землю? Собака Анджело пушистой лапки убежала, и мы думаем, что она могла упасть в шахту. А можно мне с вами? У меня тоже есть фонарик. Это нам точно пригодится, Джет. Пойдем. А вот и шахта. Вы уверены, что пушистые лапки там? Да! Я этот лай где угодно узнаю. Ну тогда давайте ее найдем. Там очень темно. Включаем свет. Не волнуйтесь, ребята. Я здесь работал, так что неплохо ориентируюсь. Смотрите под ноги. Пушистые лапки! Здесь три тоннеля.
Какой нам выбрать? Пушистые лапки где-то там. Давайте прокатимся на этой вагонетке. Я поведу. Когда-то у меня отлично получалось. О, это будет невероятно. Скорее бы! Поехали! Да! Раньше в стенах этой шахты было очень много драгоценных камней. Так, ребята, держитесь крепче. Сейчас мы наберем скорость. Пушистые лапки. Лай слышно все лучше. Думаю, мы близко. Пора сбрасывать скорость. Пушистые лапки! Пушистые лапки! Ты уверен, что она находится где-то здесь? Больше ей быть просто негде. Здесь шахта заканчивается. Пушистые лапки, мы тебя нашли! Я так по тебе скучал. Я тоже, малышка. А теперь пора домой. Алле-оп! Держитесь, едем наверх. Да! Переключилась. Мы не должны ехать в эту сторону. Нам с вами нужно повернуть. О, нет! Рычаг сломан! Понятия не имею. Но мы не сможем вернуться обратно. У нашей вагонетки колеса отвалились. Тогда настало время звать Суперкрылья! Суперкрылья? Мои друзья, которые придут на помощь, когда бы они мне не понадобились. База, прием. Это база. Что случилось, Джен? Я в Боливии вместе с Анджело, его дедушкой и их собакой. Мы сейчас в шахте и не можем выбраться отсюда. Кажется, у вас серьезные проблемы. Кто справится с этой задачей? Тони! Срочно лети в Боливию! Джет и еще несколько человек застряли в шахте! Тони справится! Твой друг Джет. Сейчас. Я думаю, Донни, это ты? Да, я сейчас прямо над вами. Я в порядке. Я доберусь куда угодно с моей невероятной дрелью. Спасибо, что прилетел, Донни. Поблагодарите меня, когда выберетесь наружу и увидите вид. Спасибо.
удачный план, Тони! Это саланча Куюни. Под водой находится большой слой соли. Словно зеркало. Готов лететь, Донни? До свидания! Супер-крылья!